Всем огромный-огромный привет, мои дорогие! Я сегодня к вам опять со своими покупками. Да-да-да. Помните, я вам вчера сказала, что не купила огурцы? Лучше бы я их купила. Сегодня решила прогуляться. Думаю, пойду схожу прогуляюсь до Пятерочки, куплю огурцы, куплю и зайду в Фикс Прайс, куплю вот эти вот боксики такие для ручек, для фломастеров. Думаю, а то потом мало ли не будет. Надо. Ну, вот это надо выливается вот в такое количество чеков. Потому что получается так, что я пришла в Пятерочку, там не было огурцов. Соответственно, я пошла в другой магазин за огурцами. Прикупила что-то и в Пятерочке, прикупила что-то и в другом магазине. В Фикс Прайс зашла, там не оказалось этих боксов. А мне надо. Как это мне надо? И, в общем, получилось так, что пришлось пойти в дальний Фикс Прайс. Думаю, ладно, как раз куплю огурцов, которые я не купила в Пятерочке. И куплю вот эти боксы, потому что знаю, что в том дальнем Фикс Прайсе есть. Ну и так получилось, что я пришла, а боксы-то практически все разобрали. Вот таких сереньких уже нет, остались только голубенькие. Ой, девчонки, купила себе 2 штуки. В общем, показываю по порядку. У меня сегодня много чеков. За вчерашнее число, за 11-е, я вам не сказала сумму. Не удается мне никак жить на 3000 рублей. Правильно мне сказали, хоть из дома не выходи. Если не будешь выходить из дома, то, соответственно, у тебя будет что-то получаться, что-то удаваться. Стоит только выйти из дома. Знаете, получается, вот вчера была сделана покупка на неделю, но не купила огурцы. Сегодня посмотрела в холодильник, закончилось масло, осталась последняя бутылка молока. Одна, которую, ну что, мы завтра допьем и все. Нету кефира, который я тоже пью каждый вечер. В общем, то того нету. Вот так оно и получается. Соответственно, если идешь в магазин, как говорится, мы слабые, особенно мы женщины, нам надо посылать мужчин. Мужчины ходят только строго, если ему сказать «купи масло», они придут только с маслом. Нам, если сказать «купи масло», мы принесем и масло, и творожок, и кефир, и молоко, и еще 2 сумки овощей. Ну, вот такие мы женщины. В общем, за 11 мая у меня получилось трат на 2447 рублей. Это вот эта закупка типа недельная. Девчонки, да, я понимаю, некоторые, знаете, вот как всегда находятся такие люди, которые в чем-то-то стараются упрекнуть. Не без таких людей, как говорится, жизнь. Я понимаю, люди, наверное, в магазины не ходят, ничего не покупают, сидят дома под одеялом и строчат такие комментарии. То не так записала, то не то купила, то там не туда записала, то почему на этой странице пишешь, на этой странице не пишешь. Ну, блин, ну какое вам дело, почему я на этой странице не пишу? Может быть, я тут цветочки рисовать буду, красивые, поэтому я заполняю только на этой странице. Мне так удобней, поэтому я так оформляю свою эту всю писанину. Я вообще вот так люблю писать, вот так. И следующую тетрадку буду именно вот так вот делать, буду писать вот так. Нет, находится, который вот прям... И не один, причем это же человек, не один это человек. Почему так пишешь, почему не так пишешь? Ой, ну я вам удивляюсь, я удивляюсь. Хотя я уже давно на YouTube, уже пора не удивляться, но я все равно удивляюсь. Вот рассказываешь о себе, ни к кому не лезешь, как говорится, и все равно найдутся такие люди, которые тебе скажут, тут не так, там не так, это не так, много... Мало, вредно. Ладно, давайте о покупках. В общем, все я записала. Сегодня у меня по моим покупкам получилось. Я была в Фикс Прайсе, была в Пятерочке, заходила в Верный, хоть в Верном нашла огурцы. Сейчас расскажу, что вам там еще прикупила. И заходила опять, конечно же, в свою молочную лавку. Сегодняшний приговор 1289 рублей. Ну, все дорого. Вот вроде бы ничего нигде не потратила. В Фикс Прайсе потратила 280 рублей. Знаете, вот там вроде маленькие суммы. В Фикс Прайсе 280 рублей, в Пятерочке 190 рублей, в Верном потратила 390 рублей и в сыре до масла 422. Ну, потому что мне нужно было ряженка, кефир я купила, молока купила, масло сливочное купила. Масло сливочное вообще очень дорого, сами знаете. И то я не стала покупать большое. Сейчас хочу немножко, меня спрашивают девочки, какой от вес,
девчонки, за праздники никакого отвеса, никакого. Я себе и мясо позволяла, ну, я не позволяла там себе какие-то торты, жирности. Вот в Ашан ездила, думаю, куплю себе тортик. Посмотрела на цену вот такого маленького пироженького, 140 рублей, и нет-нет-нет, лучше я куплю себе там, не знаю, салат фрилис. Буду грызть его, сидеть как кролик. Ну, в общем, от тортика отказалась. И вот посмотрите, вроде всего ничего, да, там 190 рублей, там 300 рублей, и набегает такая сумма. Поэтому как прожить на 3000, не знаю, правильно. Хоть из дома не выходи, хоть из дома не выходи. Давайте приступим. Я уже все записала, и сегодняшние траты у нас за 12 мая. Убираю свою тетрадку. Так, и траты за 12 мая. Начнем с маслом молочной продукции. Как раз, а то мне масло уже, ой, оно у меня потаяло, нужно убирать. Купила масло. Масло стоит 164 рубля. Это самое дешевое масло, 82,5, которое я только могла найти в этой в молочной лавке. Взяла. Не хочу сейчас вот такое с коровкой, не хочу сейчас брать большое масло. Маленькое положу в масленочку, хочу блинчики. Вообще я хотела вначале не брать масло. Потом думаю, возьму, потому что буду варить кашу, немножко в кашу. Ну и масло нужно, как говорится, норму свою кушать хотя бы. В общем, взяла пока такое, не до большого. Потом посмотрю, может быть, опять возьму большое. 109 рублей. Ряженка. Девчонки, до того мне понравилась вот эта ряженка с печеным яблоком. 109 рублей взяла, в общем, эту ряженку с печеным яблоком. Еще этой же фирмы там есть творожок. Она говорит, очень вкусный, как наш такой вот старосоветский творожок. Прям вкусный-вкусный, говорит. Но у меня пока нету дополнительных каких-то денег на творог. Там килограмм 360 рублей. И я вот только единственное не поняла, то ли вот он упакован уже по килограмму, то ли она на разновес может его дать там, потому что мне, в принципе, килограмм пока не нужен. Я ничего из творожка не собираюсь делать, поэтому пока вот взяла ряженку. 109 рублей. Дальше. Молочко. Молочко мое любимое, Городень, 2,5. Взяла, не смогла от него отказаться. Молоко стоит 76 рублей. Ну, вот это мне точно до конца недели хватит. И, конечно же, кефир. Вот ряженка и кефир. Кефир взяла в пакете. Вкусный, не кислый, не крупинистый никакой. Хороший, обычный, вкусный кефир. Ой, все прилипло у меня. Так, и кефир у меня стоит 69 рублей. Кефир с кальцием. Все, этот чек отправляю. Всего он у меня вышел на 422 рубля. Вот, девчонки, что купила, да? Ряженку, кефир, молоко, масло. 400 рублей. Какая экономия? Какие 3000? Надо повышать затраты, надо повышать. Так, смотрим дальше. Мои покупки. Я как раз хожу с новой сумочкой. Вот с такой. Очень удобно. Так, вот эти боксики. По 55 рублей. Разбирают в миг. Я взяла целых 2. Боксы хорошие, обалденные. В них прекрасно влезают и хранятся гелевые ручки и фломастеры. Также можно какую-то мелочушку. И что мне еще нравится, они у меня на полочке. Из-за того, что ручка складывается. И прекрасно они вот так, смотрите, друг на друге стоят. Никуда не съезжают. Вот такой вот стопочкой они у меня стоят. Фломастерки хранятся, ручки хранятся. Мелочушка какая-то хранится. Взяла 2. Так как вообще в одном фикс-прайсе в наличии нет вообще. А вот в этом фикс-прайсе осталось очень мало. И уже остались вот такие голубенькие. Почему-то одни голубенькие. Одна крышка от зеленого, от какого-то самого контейнера нету. Не знаю. В общем, то ли люди куда-то... Ну, не хочу сказать, что воруют. Но то ли без крышек покупают. Вот по незнанию. Не знаю. По 55 рублей, 110 рублей. Это я во втором фикс-прайсе потратила. Дальше. Ой, водички купила. Так захотела пить. Это в Пятерочке. Купила барбарис и купила грушу. Я не пью вот такую воду очень часто. По 44 рубля. Но такая жара сегодня. Плюс 20. В Пятерочке еще взяла фрилис. 99 рублей. Буду делать сегодня тоже салат. У меня 2 упаковки. В Верном взяла на 42 рубля 2 помидора. Это на рецепт.
на рецепт на кулинарный канал. Мне много не надо, поэтому взяла 2. Дальше. Фикс-прайсе. Покажу покупки сразу еще из фикс-прайса пока. Что взяла? Мне нужна была вот такая вот изолента. Но это не изолента, да, это лента липкая. Ну, скотч так называемый. 79 рублей. Здесь 2 штуки. Я нашла, конечно, у себя дома какой-то старенький, такой желтенький весь. Он уже особо не липнет. А мне нужно. Поэтому взяла. Тем более 79 рублей. Недорого. Много намотано. Такой он хорошенький. Положу как раз вот в эти майбоксики. Надо распечатать. Зачем мне этот лишний мусор? Я вместе с чеками сейчас... Посмотрите, как толсто намотан. Толсто-толсто, 79 рублей. Возьму. Мне надо для моих хобби-идей. Вот. Прекрасно в этом боксике будет стоять. Дальше. У нас фикс-прайс привезли новиночку. Так. Где еще из фикс-прайса? Вот, у нас привезли новиночку. У меня была огромная скидка. Мне скотч вышел не по 79 рублей, а за 54. У меня была в фикс-прайсе скидка по карте 80 рублей. Я ее применила, почему бы нет. Фикс-прайс еще забегала вот за таким ополаскивателем. У меня кончился. Я брала Herbal, а это Fresh Mint. Хороший, и девчонки советовали, кто-то мне там из зрителей написал, что очень хороший, все берут. Вот я взяла, мне он вышел за 54 рубля. Тоже стоил 79 рублей. Вроде подорожал, был дешевле. И у нас в фикс-прайсе появилась новинка, вот такая классная. У меня сейчас в туалете стоит такой автоматический дозатор. Энергия Тибета. Девчонки, он стоит 90 или 100 с чем-то рублей, но он мне обошелся за 67 с моими баллами. Я его понюхала, какой он вкусный. Вот это энергия Тибета. Такой аромат. Я прям уже хочу, чтобы тот закончился. Нормально хоть прыскать? Да вроде нормально. Ой, какой он вкусный. Какой он... Ой. Какой он вкусный. Обратите внимание, освежитель воздуха, энергия Тибета. У нас не было. Но такой аромат. Прям вот духи-духи. Обалденный. Мне очень понравилась эта энергия Тибета. Но никаких больше других не было. Вот такой вид прям был только один. Именно энергия Тибета. Да еще за 67 рублей мне обошелся. Если бы я знала, что буду применять вот эту скидку, я бы вот 2 взяла. Так. Приправы в Верном. Взяла приправы. Так, из пятерочки у меня все. Я купила в пятерочке только вот этот напиток и фрилис. Ну, не было там огурцов. Посмотрите, что я взяла в Верном. Вот такие приправки. Они не дешевые. Очень классные приправки от приправка. Вот эксклюзив. И вот это от приправка. Мне нравится, они на zip пакетах. Взяла вот такую приправу и вот такую приправу. С этой приправой я познакомилась очень давно. Приправа очень вкусная. Мне как-то такую приправу дарил моему сердцу дорогой человек. И она мне настолько понравилась, просто только там была для курицы вроде. И я ее давно не видела в магазинах, просто нигде не встречала в магазинах. Приправа не дешевая. В некоторых магазинах она стоит даже больше 100 рублей, особенно вот этот эксклюзив, из-за того, что она натуральная, у ней натуральный состав. Она сборная приправа, да, вот для плова. Смотрите, там какие. Я прям так мне захотелось сделать плов. И тут у нее нету соли. Она без соли в составе. Вот так. Поэтому я очень давно познакомилась с этой приправой. И вот как увидела, прям думаю, возьму. Хочется мне, чтобы опять была приправа. Но это можно же использовать не обязательно для плова. Тут очень хороший состав. Можно мясо мариновать. Приправа обошлась мне, конечно, дороговато, но она была со скидкой. Вот это мне 72 рубля. Вот такая хорошая приправа. Но я прям посмотрела, просто классная. Да еще, пожалуйста, намариновал. На zip пакетик застегнул. И вот так хорошо. Давно я нигде не встречала. Прям увидела эксклюзив, профессионал. Но тут прям написано, без соли. Вот для плова. Очень люблю плов, прям буду делать. И рядом там стояла тоже от этой же фирмы. Вот такая приправа гриль барбекю. Я думаю, ну, курицу буду мариновать, например,
с копчеными томатами, чили и горчицей. Ну, прям по чуть-чуть. Я думаю, может быть, она острая, наверное. С копчеными томатами, чили и горчицей. Но я очень рада, что вот попробую и такую приправу от этой фирмы. Потому что уже много лет уже не пробовала такую приправу. У меня как вот с курицей закончилась, была прям вкусная. Вкусная-привкусная. Вот буду теперь мариновать. Мариновать в холодильнике 1 час. Ну, это для ребрышек, там было для крылышек. Но я считаю, это подходит для любого мяса и для курицы тоже. У меня как раз там есть ведра. Вот намариную и что-нибудь вкусненькое с вами забабацаем. И вот, наконец-то, мои огурцы, за которыми я, в принципе, и шла, и столько денег потратила. Так, хорошие огурцы. 90. Так, почем огурцы-то? 109 рублей. 109 рублей огурцы. Вот, 109 рублей огурцы. Вот такие. Все, вот такие мои покупки. Ну, в принципе, я не жалею, что сходила. И вот так, знаете, вроде и глянешь взглядом, но ничего ненужного не купила. Все нужно. А так из дома хоть не выходи. Вот если не будешь выходить никуда, и деньги не будут тратиться. Как говорится, накройся одеялом и лежи, сопи в две дырки. Пошла, чай себе налила, и все. И ничего не нужно, как бы. Но жизнь идет как-то. Ну, хочется иной раз чего-то. Ладно, мои дорогие, все, пока-пока. Подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, не пропускайте видео. Советуйте мне что-нибудь. Ну, осуждающие, осуждайте. Такая уж у вас тоже стезя осуждать. Все, пока, мои хорошие, пока-пока-пока. Рассказывайте, сколько вы тратите. Радуете ли себя какими-то вкусняшками. Но если так еще себя не радовать, то это вообще, ну что, не жить, что ли. Пока-пока.